Готовим блинчики на кефире. В миске взбиваем 3 яйца, соль, сахар, кефир, подсолнечное масло и воду. Затем постепенно добавляем муку до получения в меру жидкого теста. Если хотите блины потолще, можете сделать тесто погуще. Выпекаем блинчики на хорошо прокаленной сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Блинчики получаются сладковатыми. Подавайте их со сгущенкой, джемом или с творогом. Приятного аппетита!